Фондовые индексы европейских акций в ходе торгов опустились на 1,94%. Серьезному давлению подверглись ценные бумаги горнорудных и технологических компаний. Показатели снизились на фоне нового витка торговой войны между США и Китаем. Напомню, до этого государственные компании КНР получили распоряжение приостановить импорт сельхозпродукции из Америки. Кроме того, в стране девальвировали валюту, курс впервые опустился ниже отметки 7 юаней за доллар. В Пекине это назвали ответом на действия Дональда Трампа, который объявил о введении 10% пошлин на ряд китайских товаров с 1 сентября этого года. Отмечу, последний раз сильная девальвация юаня шокировала почти все мировые рынки.